Дорогие друзья, мы находимся в Исане, в одном из зданий у бывшего троллейбусного парка, правильно? Правильно. Где расположена вот эта автошкола Михаила Давитьяни. Вот, Миша, расскажи, пожалуйста, о том, как ты преподаешь в этой автошколе. Да, одна из старых школ, да? Нашего города. Она зарождалась, вот если я не ошибаюсь, да, лет 300 назад, даже 30 раньше, лет, да? Да. Ага. Как только Досафовская, начали... да, школа? Большая. Вы знаете, Досафовские эти, как закончились, да. Сразу пошли вот эти новые стезя, вот, сразу на школе организовалась. Появилась, да? Одна из первых школ уже независимой Грузии, да? Да. И, значит, мы обучаем... На трех языках, кстати. На грузинском, русском и английском. Ага. Представляешь, как интересно, да, ну, на трех языках. О том, как мы обучаем, об этом рассказывают наши, как говорится, выпускники и русские выпускницы. А так у нас все происходит. Вот сейчас мы находимся между лекциями. Одна группа ушла, другая собирается прийти. Ну, вот здесь вот такие вот интересные плакаты. Вот на грузинском языке здесь наглядный материал. Прекрасно здесь все видно. И вот, посмотрите, старые еще советские наглядные пособия, которые были раньше. Мы по сей день им пользуемся, кстати. Да, в школах. И вот объясняли основам того, что должен знать любой водитель. Да, элементарно. Из чего состоят узлы и компоненты автомобиля. И что самое интересное, здесь... Вот у нас есть такой вот старый светофорчик, которым тоже вот пользуются как наглядное пособие. А вот здесь на этом экране, уже на экран выводятся современные какие-то... Да, через проектор. Да, проекционные. Новые занятия. Вот, вот все это вот так вот работает. Здесь вот сидит супруга Михаила как раз сейчас у нас. Очень интересная беседа о будущих наших планах. И об экскурсиях, да, я которые... должна сказать обязательно, что я до сих пор бесправная женщина города. То есть я у вас обязательно нет прав, должна да? взять права, да. А то у меня одни обязанности. Ага, вот видишь, как хорошо. И тогда будет вам проще проводить, наверное, экскурсии, да, экскурсии. Ну, по крайней мере, будет интереснее нам. Мне, по крайней мере, точно. Так что, дорогие друзья, Миша, какой адрес? Скажи, пожалуйста, потому что спрашивают зрители, где есть автошкола. Хорошая. Сейчас я вам. Наверное, я вам покажу. Да? У меня есть, значит, специально вот. Очень интересный адрес, кстати. Смотрите. Вот вам. Вот смотрите. Вот. Посмотри, как его красиво написать. Видишь? N. N 65N. Кетеван самый будет 65N. Но это точно плюс-минус там. 5-10 метров от бывшего троллейбусного парка да. у Депо Исани, рядом с бывшим зданием полиции, которое демонтировали. На месте этого парка сейчас у нас автодром. Мы автодром. Там обучаем практику. А, правда? Да. Так что мы можем погулять по этому автодрому и вспомнить о том, как мы там в свое время снимали троллейбусы и автобусы.